Для нас это значимая дата. Ровно 2 года назад мы приняли первого, так мы раньше его называли, нулевого пациента. Это первый пациент с коронавирусом в Вологодской области. И с этого числа, то есть с 1 апреля 2020 года, начал функционировать наш моногоспиталь. Мы выписали на данный момент более 12 тысяч, а именно 12 364 пациента. Также мы открыли новые отделения, это диализное отделение, через которое тоже прошло достаточно много пациентов. Отделение компьютерной томографии, было закуплено 2 томографа, и на данный момент мы посчитали более 20 тысяч жителей Вологодской области выполнена томография. Ну, официально у нас было таких 5 волн, да, вот последняя, она самая такая, может быть, мощная. Но на данный момент у нас находится около 100 пациентов, это немного. Нагрузка не такая большая, поэтому сейчас мы готовимся к возобновлению плановой помощи. Возможно, скорее всего, мы в конце апреля откроем несколько плановых отделений, но по-прежнему у нас будет какое-то количество больных коронавирусной инфекцией. Ну, за эти 2 года мы уже пользуемся 15-ми рекомендациями о коронавирусной инфекции. За эти годы мы многое узнали не только о течении болезни, но и после того, как пациенты выписываются, осложнения после него. Поэтому мы проводим, как и все поликлиники города и области, диспансеризацию лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой форме. В моногоспитале у нас 21 доктор. Вот. Сейчас часть из них также будет переходить для работы в плановом режиме, в поликлиниках, и часть также остается на круглосуточных дежурствах и работу в день в моногоспитале. Очень хочется надеяться. Мы думаем, что летом мы вернемся к плановой помощи, потому что запросы у жителей города и района есть, поэтому будем возвращаться потихоньку.